На Волге в середине зимы открылась ледовая переправа, которая соединяет Чувашию и Нижегородскую область. Переправа Новаты-Шумерля проходит через реку Суру. По ледовой переправе разрешено движение автомобилей в светлое время суток. Грузоподъемность должна составлять не более 3 тонн. Скорость не более 10 км в час. Выезд на лед разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах. Только там соблюдены все требования по обеспечению безопасности передвижения транспортных средств.